Привет, народ! Привет, подписчики! Опять мы в Каменке, опять мы в тире. Дело в том, что недавно мы сняли видео о стрельбе браконьерскими патронами, так называемыми в кавычках, вот, где мы отстреляли патроны от компании SKM Industrie, на которых было написано 60 и 100 метров. Да, есть комментарии, которые были адекватны, комментарии, которые были резонные под этим видео, где люди говорили, что, конечно, все классно, все супер, но нужна статистика. Поэтому сегодня мы видео посвящаем статистике данных патронов. Что я, как человек-охотник, хочу получить? Дело в том, что я должен узнать, насколько данный патрон стабилен, как пулевой, на расстоянии в 50 метров, потому что все пулевые патроны пристреливаются на 50 метров, и как дробовой на расстоянии 80 метров. То есть мы сегодня посмотрим тенденцию открытия данных патронов. Также мы проверим резкость дроби номер 3 на расстоянии 80 метров. Данные патроны предназначены как вариант при охоте на лису для того, чтобы постараться ее добыть на таком расстоянии, на котором нормальная дробь не даст резкости, а картечь, она-то туда долетит, не даст осыпи. Ну а для того, чтобы данное видео вам было интересно смотреть, мы по старой доброй традиции разыграем приз. А данным призом в данном видео это будет один из 5 ножей, которые я заказывал с сайта Banggood. Для того, чтобы разыграть эти ножи и для того, чтобы участвовать в конкурсе, вы должны сделать простые 3 вещи. Это подписаться на канал, поставить лайк и в комментариях, чтобы у вас было слово «нож». То есть есть программки, с помощью которых мы разыграем, где будет показано, поставили вы лайк, подписались, и в комментариях, там тоже будет написано, какой комментарий. Вот, мы посмотрим ключевое слово «нож». Всем удачного просмотра, смотрим дальше. Поэтому начинаем стрелять и отвечать на вопросы, стоит ли этот патрон, заслуживает ли этот патрон уважения при грамотном использовании на охоте. Они просто вышли и херячить там, блядь, по гусям, либо херячить там по уткам. Это патрон узкой направленности. Стреляем на расстояние в 50 метров. Как я уже и говорил, что данный патрон на 50 метров мы смотрим кучность. А также мы с помощью хрона проверим его на резкость. То есть мы посмотрим начальную скорость данного патрона. А уже резкость мы посмотрим уже по дощечкам. Тоже задали вопрос, что сможет ли этот патрон нанести какой-то урон живёле там на расстоянии в 50 метров. На расстоянии в 50 метров он работает точно так же, как пуля. И если там кто-то выйдет из крупнокопытных, но это стрелять нельзя, но я все-таки отвечаю на вопрос, то этим патроном вы сделаете все хорошо. Поэтому он и называется браконьерский. Люди могут сейчас сказать, что я учу плохим действием. Ребята, я не учу плохим действием, я просто отвечаю на вопрос, что этот патрон может. Если в голове вава, то будет мое видео, либо не будет этого видео, все равно найдутся люди недалекие, которые соблюдают хреново правила ведения охоты, и придумают что-то другое. Расстояние 50 метров. Так, хрон у нас все стоит. Поехали. Раз. Скорость 457 метров. Попал в десятку. Ну, насколько я отсюда вижу. Два. 471 метр. Попал в десятку. Три.
461. Расстояние мерили дальномером. Дульное сужение. Дульное сужение. У нас стоит собака Получок. Потому что я честно, ну забыл перекрутить. Три рисочки. Стоит у нас Получок. Данными видео я хочу объяснить людям, что данные патроны стабильные, если подобрать некое расстояние со своих дульных сужений и под свои виды охот. Поэтому мы сейчас идем и смотрим. Я, если честно, забыл поставить Получок. Ой, я забыл поставить цилиндр. Я стрелял с Получока. И теперь мы смотрим, что у нас пришло. У нас пришел один выстрел. Но здесь первый выстрел у меня сюда попал тоже. Ровная дырочка была, я видел. То есть раз был выстрел дыркой, второй дыркой, а третий у нас уже, видите, начал открываться и сделал вот такую вот дырку. То есть два из трех на расстоянии в 50 метров у нас приходят пулей. Возможно, пришло бы три патрона пулей, если бы мы использовали цилиндр. Но так как я неправильно поступил и поставил Получок, то получилась такая картина. Но данная картина говорит о том, что если у нас выйдет волк либо лиса, то вы сможете использовать данные патроны по нежелательным видам. Я считаю этот патрон идеальный. И ответ, насколько он стабилен как пуля на расстоянии в 50 метров, вы ответ получили. Многие также писали в комментариях, что у данного пули дробового патрона на расстоянии там, в 50 метров будет мало кинетической энергии для того, чтобы охотиться на нежелательные виды животных, как пули. Дело в том, что вы должны понимать, что пуля полева 3 при весе 28 грамм имеет начальную скорость 450 метров в секунду. Данный же пуле-дробовой снаряд имеет массу дробового снаряда, дробопулевого снаряда, масса 36 грамм при начальной скорости 460-470 метров в секунду. Любой человек, который знаком с физикой и с кинетической энергией, как она высчитывается, сам может посчитать, что на расстоянии в 50 метров у данного пули дробового патрона кинетической энергии будет, возможно, даже гораздо выше, чем у пули полева. Также в видео задавали вопрос, чем отличаются сами контейнеры от патронов, предназначенных на расстоянии от 60 метров и на расстоянии от 100 метров. Отвечаю на этот вопрос. Данный пыш-контейнер зеленый, это патрон от 60 метров. Здесь не просто идет пыш-контейнер, а здесь идет буртик приблизительно в пол сантиметра. И этот буртик, то есть когда у нас летит дробь, скорость падает до какого-то минимума и разворачивает его. А вот в патроне, в пыш-контейнере, который предназначен на расстояние в 100 метров, этот буртик приблизительно в 3 раза меньше, то есть порядка там 3 миллиметров. Поэтому он и летит больше, на большую дистанцию именно пулей. То есть на этот вопрос мы также ответили. Стрелять на расстояние дробовыми патронами будем 80 метров. Перекрутили мы цилиндр, потому что все-таки если у нас заявлено для цилиндра, патрон этот сделан, то и стрелять будем с цилиндра. Все, стреляем, смотрим, как осыпь дроби. Смотрим резкость дроби как по бумаге, так и по доске. И для статистики делаем 3 выстрела, и каждый выстрел делаем в отдельную мишень. Целюсь в центр, ни вправо, ни влево, никуда. Ни выше, ни ниже.
Идем смотреть, что показал первый выстрел. Посчитали дробины. У нас пришло 53 дробины в 100-дольную мишень. Покажи, Дима, кучность данной дроби. Но дело в том, что немного она сместилась вниз. Но я считаю, что на расстоянии 80 метров вот этой кучности вполне достаточно, как один шанс, чтобы подстрелить нежелательный вид животного. То есть у вас есть один шанс, и вы его, в принципе, можете использовать. Я говорил, что мы будем мерить резкость. Это мы поставили доску, и мы взяли бумагу. Собака пришла, вот эта дробина, и одна сюда только заскочила. Покажи, Дима, резкость в доске. Очень близко приблизь. Данная дробь... Видно? Или лучше на солнышке? Данная дробь зашла туда. Все вот три дробины зашли туда на расстоянии 2,5 диаметра дроби номер 3. Это для любителей мерить сосновую доску. То есть резкость данных дробовых патронов на расстоянии 80 метров достаточная. Мы это обведем и будем проводить еще замеры на следующих двух последующих выстрелов. А вот по бумаге сейчас я посчитаю. На 29-й странице мы добрались до дробины. Вот она лежала. 29-я страница. Ну, еще дальше как бы она протолкла. Посчитай. Посчитать? То есть дробина у нас остановилась на 30-й странице, 29-й. А последняя рваная бумажка у нас на 54-й странице. То есть данной кинетики дроби номер 3 вполне достаточно для того, чтобы поражать либо лису, если она попадет под такую осыпь. Естественно, волка мы не возьмем, но жопу ему немножко пощекочем. Ну, какие-то енотовидные собаки. Либо также к нежелательным видам животным можно отнести. Это серая цапля, которую можно у нас в Республике Беларусь стрелять. По кинетической энергии я также ответил на вопрос. Поэтому предыдущие комментарии под прошлым видео, что кинетической энергии будет недостаточно, считаю необоснованными. И на примере я доказал и подтвердил свои слова. Для статистики лупим второй патрон. Целюсь в центр. Так, маркер у меня с собой. Идем смотреть второй выстрел. Второй выстрел у нас показал смещение на 11 часов, но даже при этом смещении в мишень пришло 96 дробин. Даже с учетом того, что ушло и влево, а мы все-таки целились в лесу, мы нарисуем ориентировочно корпус лисы. То есть, как мы видим, это даже 100% размер лисы. В лесу у нас попало 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. При смещении в бок в профиль лисы у нас попало 21 мишень. В жопу ей, конечно, зашло гораздо больше, но даже и по голове прилетело 2 дробины. Сейчас мы сделаем еще третий выстрел и посмотрим статистику. Также мы проверим еще раз у нас, что пришло по дробинкам. В этот раз, ну, также приблизительно... Да, 2,5 диаметра. 2,5, 3 диаметра. Да, 2,5, 3 диаметра у нас взошло в сосновую доску. Что обратно говорит о том, что резкости данных патронов вполне хватает. Бумагу сейчас тоже быстро посчитаю.
По бумаге также у нас прилетело в районе 26 страниц остановились дробины, и в районе 50 страниц это последний рваный листок. Делаем третий выстрел. И для окончательной статистики мы делаем третий выстрел. Напоминаю, расстояние 80 метров, стреляем с цилиндра. Потому что на 50 метров мы стреляли с получока. Ну, идем смотреть. Третий выстрел в 100-дольную мишень на расстоянии 80 метров. Прилетело 57 дробин. Конечно же, относительно второго выстрела пришло меньше, но она здесь более равномерна. Вот. Ну, это я считаю для 80 метров, тем более, что мы стреляем тройкой, стреляем по планке. Вот, считаю идеальным. Также рисуем контур лисы, куда я тут стрелял. И хвост. В лесу попало 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. В лесу пропало 11 дробин. Судя по трем выстрелам, делая такую статистику по патронам на 80 метров, скажу, что мы подобрали расстояние 80 метров, что на МР-155 с цилиндром данный патрон работает идеально. Статистика – это 3 пулевых патрона и 3 дробовых патрона. Данные патроны работают идеально, а уже по кому вы будете использовать данные патроны, решать вам. Если вам было полезно это видео, ставь лайк, подписывайся на канал, участвуй в розыгрыше. Через 20 дней мы разыграем один из 5 ножей. Это будет первый нож, который мы разыграем, а в последующих видео мы разыграем остальные ножи. Поэтому однозначно подписывайся, чтобы быть в курсе всех розыгрышей. Всем всего доброго, с вами был Алексей Юрченко, Дима, оружейный салон «Калибр».